На Свердловском тракте перевернулся внедорожник. Кувырок автомобиля зафиксировала камера видеорегистратора. Что он сделал? Этого не задел? Нет. Он загорелся. Судя по этой съемке, водитель джипа совершал обгон и оказался на встречной полосе. А когда попытался вернуться в свой ряд, зацепил автомобиль, в котором установлена камера видеорегистратора. От удара иномарку занесло. Шофер потерял управление, наехал на бордюр и перевернулся. У одной из свидетельниц аварии прямо на месте ДТП случилась истерика. Ну, понимаешь, мы выехали, ему что-то не понравилось, что мы его обогнали. И он, короче, через встречку поехал нас обгонять. Улетел куда-то в сторону. И горит. После аварии из-под капота автомобиля повалил дым. Очевидцы поставили машину на колеса, и пока одни доставали из салона водителя, другие взяли огнетушители и самостоятельно попытались ликвидировать возгорание.